Вместе со всей страной IT-лицей КФУ отмечает День знаний. Традиционно на торжественной линейке ректор Казанского университета не только искренне поздравил учеников, их родителей и педагогов, но и оставил напутствие на предстоящий нелегкий путь. Учеба – это достаточно такая трудная работа, как бы к ней ни относились. А в IT-лицее особенно, поскольку вы будете здесь не только учиться, но будете здесь жить. Я надеюсь, что вы здесь подружитесь, найдете новых друзей. После официальной части талантливые лицеисты порадовали гостей интересной творческой программой. Вот и в IT-лицее прозвенел звонок. А значит, уже завтра начинается ответственная пора, полная радостей и открытий. Я жду насыщенного учебного года. Планирую заняться рисованием, также начать ходить на какие-либо IT-кружки, использовать возможности IT-лицея по полной. Я хорошо отдохнул, я соскучился уже по лицею, по нашей дружной компании, потому что мы здесь, как сказать, 8 месяцев здесь живем, со всеми подряд уже сдружились, вот. Я соскучился по друзьям, по учебе, так здесь можно сказать, вот. И думаю уже вот завтрашнего дня полностью влиться в учебу. Вновь поступившим предстоит первое знакомство с лицеем, который на ближайшие годы стал их новым домом. Мы уже сложили вещи, мы посмотрели наши комнаты, мы узнали наши стихи. Для начала необычное то, что как бы вот эта вот интернатная система, вот как-то, ну и атмосфера какая-то очень крутая. Юные айтишники уверены, что все результаты, которые удалось достичь лицею, это далеко не предел. И впереди их ждут новые победы. Получится ли воплотить задуманное в реальность, покажет новый учебный год. Адель Мухаметшина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.